Привет, друзья! Вот еще одно великолепное место на нашем острове Isle of Wight. Я привезла вас. Очередная смотровая площадка называется Black Gang Chine, что переводится как «Черный обрыв». Black Gang. Это вид, опять же, южное побережье, пролив Ла-Манш. Вот я вам показываю туда на запад. Вот такой шикарный вид. Внизу, если вам видно, вот там вот маленький городок у подножья вот этого холма, на котором я стою. Видите, там вот такой вот в зеленых брюках, в красной курточке, в желтой рубашке с бочкой на плече. Это огромный пират. Значит, вот который, в честь которого и называется Black Gang Chine. Это вот такая вот детская площадка, игровая. Там очень много развлечений, динозавры, пираты, какие-то разрушенные корабли. Вот она действующая, там очень много ребят всегда, очень много туристов. Но я вам хочу показать просто вот опять великолепный вид с этой площадки. И немного вам расскажу о том, что здесь происходит. Здесь вот этот вот самый южный мыс нашего острова Isle of Wight, он подвержен оползням очень сильным. Вот сейчас мы с вами пройдемся здесь по краю. Я вам покажу. В связи с тем, что здесь меловые породы, меловые отложения мел. Вот видите, вот, например, вот здесь. Я очень боюсь высоты, сказать по правде, поэтому подхожу к таким краям обрыва очень осторожно. Ну вот, вы можете видеть, что вот это все оползает, все это обваливается. Сейчас пройдем дальше, еще вам покажу. Здесь dangerous везде написано, опасность, потому что каждый год, как пишет нам, в общем, источники, что каждый год на 3,5, на 3, на 3,5 метра происходит обрушение почвы. Вот в этом вот как раз месте. Здесь, на этой смотровой площадке, тоже всегда очень много туристов. Очень любят посещать это место, потому что, как вы видите, грандиозный вид. Вот туда вот, вдаль, прямо-прямо. Это как раз вот Needles, самый западный мыс нашего острова, в который тоже вас свозить обещала, свожу обязательно. Вот, ну и отсюда вот грандиозный вид. Конечно, трудно угадать с погодой. Вот сейчас вроде у нас солнечный день, малооблачно, но видите, вот все равно вот дымка. Один-единственный раз я вам тоже скину коротенькое 30-секундное видео. У меня получилось. Был сильный ветер, но была видимость великолепная. Вот этот вот мыс я вам уже показывала. Ну вот, друзья, я прошла дальше по этому обрыву. Вот там внизу, видите, видно даже малюсенькое место такое. Песчаный пляж. Вот туда можно тоже спуститься, но это не отсюда. Это надо заезжать с другой смотровой площадки. А здесь вот лишь только вот вид вам показываю. Вот такой вот, видите, обрыв. Друзья, я даже боюсь подходить. Видите, вот. Этот обрыв, он очень опасный. А я, как уже вам сказала, боюсь страшно высоты у меня. Клаустрофобия и вот эта вот боязнь высоты. Не знаю, какая фобия, но, в общем, она присутствует. Так вот, вот значит, что сейчас вот пока шла здесь. Дальше туда пройдем, я вам еще покажу там красивый вид. Вот пока шла и думаю, ну вот если у них здесь такое происходит оползень, такое постоянное сползание части острова, по 3 метра в год теряется. Представляете, как это много? В связи с этими оползнями. Вот я иду и думаю, как бывший инженер, гидротехник. А почему они никаких
Здесь не делают берегоукрепительных, я не знаю, работ. Ведь также можно и остров весь потерять, понимаете? Что-то как-то вот сначала подумала так, а потом вспомнила Жванецкого. Помните, как он рассказывал, что когда у них, когда он работал в порту, и у них начался там шторм, ему приказало начальство высокое там помогать, что-то такое делать, чтобы краны, не дай бог, волны не повалили. Это всего лишь навсего на нашем Черном море. И когда он там пришел к своему старшему мастеру и сказал, что вот я бегу, значит, вот помогать там, краны, чтобы не обвалились. А тот ему сказал: а что ты будешь делать, жопой волны отбивать? Извиняюсь, конечно, это не я сказала, это сказал Жванецкий. Я так и вспомнила, вот что может быть и здесь океан, такая стихия, только жопой волны отбивать. Хотя здесь-то как раз бы и ладно, потому что, как вы видите, здесь никаких построек нет, в основном только пастбища теряются. Но есть у нас еще такие очень опасные места, вот именно опять здесь же, на юге острова. Здесь везде оползни, и даже есть такое место, может быть, вам найду его когда-нибудь, привезу вас. Но сейчас расскажу. Это значит, там дорога, Main Road, даже главная дорога, по которой когда-то ходил автобус в Энтнер. Она постепенно, она очень красивая, живописная, она была прям вдоль вот этого берега океана. И вот сейчас она уже не существует. Дорогу перестроили в другом месте. А там есть такое место, которое часто привозят. Ну, не туристов, может быть, но муж мой вот меня туда привозил, он показывал мне место. Значит, когда вот асфальт, и прям бабах, и обрыв, это дорога, и прямо асфальт такими, знаете, оборван кусками, и дорога в обрыв, в общем-то. И, знаете, я удивилась, почему она не закрыта, хотя он сказал, ну, она закрыта там на повороте, как бы в одном месте закрыта. Там все уже и поставлены камни, там не проехать. Но вот какой-то километр заасфальтированный, он остался. Не знаю для чего, может быть, для того, чтобы просто показать туристам, как это все вваливается. Но я почему-то опять представила, со своей боязнью высоты, представила такой ужас, что если люди, допустим, не знают, ну и вдруг они выехали как-то вот на эту километровую дорогу, увидели асфальтированное, поехали прямо и рухнули в эту пропасть. У меня вечно страшилки. Ну вот, посмотрите, еще один вид. Я прошла немножко дальше. Вот опять самый край обрыва. Непонятно мне, почему он не огорожен. А может быть, устали огораживать, если каждый год обвал. Вот не знаю. Но тем не менее, люди бродят. Некоторые прямо вот к самому вот этому краю обрыва подходят. Но это не ко мне. Потому что говорят, что она обваливается и обвалиться может в любой момент. Идем дальше. Ветер, друзья, извините опять. Ну вот, что еще могу сказать по поводу этого места шикарного. Black Gang Chain, как я вам уже сказала. Или некоторые называют Black Gang Bay. Bay — это залив, пролив в переводе. Chain — это обрыв. Вот, что я могу по этому поводу сказать. Здесь у нас очень тоже такая местность полная истории, потому что здесь недавно был раскопан курган, бронзовый век. Вот там какие-то производились раскопки, нашли очень много интересных вещей. Вот скоро будут музеи открывать. Они на всем тоже любят делать деньги. Посмотрите, какая страсть. Вот здесь, видите, дорожка в траве для таких самых непугливых. Вот она практически у самого обрыва. А уже для всех остальных, вот она, дорожка здесь, видите. Наверное, для таких, как я, бояк. Вот. Я, когда вам делаю видео, я подхожу туда, а потом сюда. Ну и как я сказала вам, что все полно историй.
все очень древние. Вот в том числе и это место. Вот посмотрите, вот эта вот стена. Вот видите, кстати, эта стена тоже постройки, наверное, 12 века. 13 века, как-то так. Вот, остались. Это вот раньше сооружали люди, отгораживали пастбища друг друга, чтобы овцы не перебегали. И вот они настолько крепко были построены. Это из камня, который они находили прямо здесь. Подручный материал, как говорится. И вот остались до сих пор. Представляете, 700-800 лет этим стенам. Вот такое вот место. А вот там дальше, я повернулась для чего вам рассказать. Вот там дальше. Вот, во-первых, вы, может быть, видите вот эту вот высокую вышку. Ну, типа столб, как у нас они называются, столбы высоковольтных линий электропередач. Вот видите, может быть, там вдалеке. Не знаю, показывает ли вам камера. Боже, ветер, я думаю, вы ничего не услышите, друзья. Но вот там, вот этот Пеппа-порт, вот от этой вышки высоковольтной, с левой стороны, вот видите, торчит маленький, называется Пеппа-порт. Мы сейчас с вами туда съездим, я вам сделаю еще одно видео, я вам обещала, который связан с маяком Святой Екатерины, который самый старый в Европе маяк, сохранившийся. Ну и вот, пожалуй, последний я вам хочу показать кусочек. Вот если вам видно, беленький такой обрыв белого цвета, меловой. Это вот хотела подтвердить вам еще раз, что здесь меловые породы. Они, конечно, перемежаются с камнем, но в основном вот как мел, как вы понимаете, очень легко оплывающая порода, которая разрушается постоянно. И вот это вот как раз последний уголок. Я туда не пойду, там даже тропинки нет. Я прошла довольно далеко по всей этой смотровой площадке. Вот еще раз вам вид покажу. Вот видите, туда вот, прямо если вам видно, виден также горизонт, океан. А здесь вот такой ландшафт, довольно популярный, как я вам уже говорила, английский, чисто английский. Вот такие пастбища. Вот здесь почти рядом идет центральная Main Road дорога. Вот такой вот вид. Вот этот вот Black Gang Chain. Вот. Вы знаете, друзья, я никогда лайки не выпрашивала. И, в общем, как бы думаю, что кому нравится моя работа, и так поставит мне лайк и напишет хороший отзыв. Но, вы знаете, удивляюсь, что вот, несмотря на то, что я вот продолжаю все это вам показывать, вот быть вашим гидом по острову, и стараюсь вас возить во все интересные места, кто-то умудряется еще и дизлайки ставить. Вот то ветер не нравится, то еще там что-то. Ну, друзья, я не знаю. Я не перестаю удивляться людям.